Привет всем! Не будем отвлекаться на долгие приветствия, начнем! Перейдем к делу, а именно к теме сегодняшнего выпуска, не знаю, что это. Что такое свэк? Я слышал много раз это слово, видел в пабликах, даже музыку какую-то слышал, но я не знаю, что это такое, этот ваш свэк. И я думаю, если спросить у людей, которые носят там одежду со свэком, говорят постоянно свэк, то эти люди тоже не будут знать, что такое свэк. Потому что они повторяют за толпой, в данном случае за Америкой, и им не важно, что значит это вот слово красивое свэк. Но я попытаюсь разобраться. Первое, что мы посетим, это, конечно, переводчик. И вот мы уже за компьютером, и мне задолбало так кепка, вот так вот намного лучше. Давайте введем наш свэк. Что? Что? Мы видим, что переводчик нам переводит свэк как хабар. 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 Выглядело бы весело, если бы свэк заменили на хабар. Хабар. Погодка просто хабар. Твои кеды просто хабар. Голубь просто хабар. Машинка просто хабар. Тёлочка просто хабар. Girl. Да, это выглядело бы очень забавно. Как заявляет интернет, свэк стал популярен, известен благодаря песне «Turn my swag on», «Оцени мой стиль». Заранее, как всегда, извиняюсь за произношение английских слов, я не знаю, как их произносить. Песню исполнил рэпер So Fuji Boy, вот как-то так. Вообще, у слова свэк нет определенного перевода, в каждой стране его воспринимают по-разному. Ну и Россия, конечно же, подхватила прикольное западное слово. Свэк обозначает определенный стиль, который часто используют рэперы. Еще одно значение слова свэк — это показушник и выпендрежник. Тип и стиль одежды свэк для повседневности не очень практичен и удобен. Кстати, сами американцы уже давно прикалываются над теми, кто носит этот ваш... свэк, А знаете что? Ничего. Некоторые утверждают, что свэк переводится по секрету мой гей. Но это не доказано, ведь в каждой аббревиатуре можно придумать что-то такое смешное и... такое дурацкое. Например, МТС, макака тащит сундук. Да уж, это хрень полная. Надеюсь, вам примерно понятно, что такое свэк. А также, кстати, для свэга нужен трэп, кепка, свиншот, неважно с чем, можно там города красивые, потом заушки, желательно, кстати, эти кеды такие низкие, там этот фирма, как ее, конверсы, венсы, вансы, конверсы, кунверсы, не знаю. Можно сказать, что это очередное какое-то нашествие с Америки. Вот это вот Америка что-то сделала, ну и где-то через годик Россия подобрала, решила, что это круто, там все дела, кто-то один начал носить, все начали носить. И решили, что это вау, просто офигительно, но... в большинстве случаев это не так. Сегодня пятница, это было просто такое видео. Я решил тег не выпускать. И, в общем, если вы хотите, чтобы вы выходили теги, пишите там в комментарии, что вы хотите, какие теги видеть. Если вообще не хотите, не пишите, пиши там, удали свой канал, не надо теги. И, в общем, что я могу сказать? Ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на канал, проявляйте активность, добавляйте меня в друзья, добавляйте видео в избранное. И что я могу сказать? Всем пока, удачного дня! Приветствую тебя! Здорово! Это первый, представляете, самый первый тег на моем канале, это волнительно.